Добрый день, друзья, вы все подписчики канала Агроземледелие. Друзья, ну вот, пришла посылочка. В ней должен быть стартер, который я выкладывал. Значит, у меня по гарантии полетел. И сейчас я вам покажу, что мне прислали. Сейчас будем распечатывать вместе с вами. Так, друзья, сейчас берем ножик и распечатываем. Посмотрим. Компания Техномир, интернет-магазин. Ссылочки я положу, вернее, в описании ролика дам ссылочки. Гарантия 5 лет. На этот стартер тоже. Значит, тот стартер предыдущий я вам показывал, ссылку на это видео я также оставлю. Так, стартер 124 модель 3778 D240 МТЗ. Сейчас, друзья, честно скажу, сколько лет, от это первый раз я встречаюсь, значит, с такой оперативностью, ребята сразу же не стали никак, говорят, не отмазываться, ничего, посмотрели, да, действительно, так. Еще и презент. Вот она. Ихняя визиточка. Рекомендую, друзья. Рекомендую. Ну и вот сам стартер. Должен был прийти магнетон. Потому что ребята меня спросили, говорю, разницы нету. Какой стартер? Мне самое главное, чтобы он работал. Все, друзья, смотрите, сейчас я вам его покажу. Видно, да? И вот, вот такой стартер пришел. В общем, друзья, надо ставить. Контрольная пломба, не срывать. Все, спасибо вам огромное. Друзья, город Чебоксары, телефон, все указано. Вот, Димон, смотри. 3,5 кВт стартер. По гарантии. Все, друзья, сегодня я его ставлю. И демонстративный пуск трактора с этим стартером. Значит, ребятам, еще раз. Интернет-магазину, в частности Александру. Еще раз номер покажу. Друзья, кому надо, обращайтесь, не пожалеете. Единственная, скажем так, за все время, с кем я только не сталкивался, единственная компания, которая реально, без всяких проволочек, без всяких отмазок, сразу прислала по гарантии вот этот новый стартер. Все, друзья. Сейчас еду устанавливать и вам покажу, как он работает. Еще раз хочу порекомендовать, друзья, звоните, заказывайте. Если в случае гарантийного, скажем так, случая, обязательно вот такой будет у вас результат. Все, друзья, еду устанавливать. Так, ну вот, друзья, финальный этап. Установили мы стартер. С этим болтом пришлось, конечно, помучиться. Очень неудобно. Ну что, пробуем заводить. Сейчас массу включим.
Так, включили массу 12,3. Сейчас мы заводим и смотрим, насколько просаживается ток. Даже больше 10, 11 падает. Трактор холодный абсолютно. Пыли, как ночью дисковал, так и поставил. В общем, друзья, все работает. И отлично работает. Вот только как-то непривычно такой звук при пуске, как вроде воет. Напишите, может, у кого, у одного меня так или во всех. В общем, друзья, всем пока. Все, рекомендую компанию Техномир. Ребята очень добросовестные, сами все видели, поломался, прислали. Все, так же самое, гарантия 5 лет. Все, друзья, всем пока.